Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре воблер от производителя Savage Gear, называется он 3D Roach Shine Glider. Выпускается в двух размерах, 135 мм и 180 мм. 180 мм весит аж 70 грамм, и данная модель, которая представлена на ваших экранах, весит 29 грамм. Вставляется в пластиковом блистере. К сожалению, у меня он немножко во время транспортировки пострадал. Я считаю, что в принципе ничего страшного не произошло. Но упаковка почему-то потеряла свою целостность. При этом воблер никак не повредился. Итак, на сайте сказано, что вес 28 грамм, на упаковке 29 грамм. Slow sinking, что означает, что он медленно тонущий. Глайдинг – это то, как он себя будет вести в воде, то есть создавать такие глайды, плавные уходы в стороны, оснащен крючками номер 4 и заглубление до 1-2 метров. Но это все зависит от того, на какой глубине вы сами захотите его провести. И опять-таки на сайте есть варианты о том, что 180 мм весит то ли 65, то ли 70 грамм. Ну, в принципе, плюс-минус 5 грамм не так страшно. Главное, что данная 135 мм модель весит 28 грамм. И я думаю, что данный воблер не будет иметь фактически никакого сопротивления. И можно его использовать на своем кастинговом удилище до 35 грамм. Смело можно будет забрасывать данную приманку. И это составник, состоит он по сути из двух равных по размеру частей. Внешне имитирует плотвичку, что можно понять из названия данной приманки. Но в данном случае у меня расцветка такая типа карпа кои. На сайте есть выбор из около 15 цветов. Цвета разнообразные, найдете под разные виды рыбешек, как морских, так и пресноводных. Цвета очень-очень интересные, я думаю, есть на что обратить свое внимание. Имитация довольно точная, 3D-копирование, крупная чешуя, как у настоящей плотвички, имеется. Выделенные боковые плавники, верхний, нижний, также хорошо видно боковую линию. Хвостик здесь пластиковый, дополнительных хвостов в комплекте не имеется, но сделан он из хоть и мягкого пластика, но при этом очень плотного. Я думаю, шансов на то, что рыба его откусит, фактически нет. Поэтому сменного хвоста и не имеется. Шарнирное соединение довольно хорошо сделано. Все очень плавно будет шевелиться. Никаких залипаний нигде не присутствует. И голова, опять-таки, напоминает плотвинную. 3D жаберные крышки. Интересный глаз с черным зрачком в виде капельки желтой радужки, выделяется приоткрытый рот, также присутствует на данной рыбке ноздри. На спине указано название модельки Shine Glider 135 и логотип производителя Savage Gear. К сожалению, развесовка нигде не проставлена. Изо рта выходит крепежная петелька, дополнительно оснащается заводным колечком. Заводное кольцо очень плотное, из толстой проволоки, очень качественное, можно в принципе даже его и оставить. И два тройничка подобраны так, чтобы во время проводки не перехлестываться и не сбивать игру данной интересной приманки. Они довольно маленькие, как по мне, но больше сюда и не поставишь. Либо оставлять один задний тройник, ставить его более крупный, либо же оставлять так, как есть. Тройник здесь идет на короткой ножке, с большим подъемом, сделан он из толстой проволоки, присутствуют бородки и, в принципе, неплохая заточка. Планирую использовать ее для ловли щуки на равномерной проводке на глубинах где-то до 5 метров. Медленная равномерочка с небольшими остановками, на которых воблерок будет медленно тонуть, и снова начинаем равномерку, как будто бы рыбка плывет, потом выбивается из сил, имитируя с собой такую подраненную, умирающую рыбешку. И именно такие действия должна реагировать щука. Классно детализированная приманка, очень качественно сделана, хорошая фурнитура, большой выбор интереснейших расцветок. Обратите внимание на данную модельку Roach Shine Glider. На этом мой видеообзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!